Программа реализована при поддержке IREX и посольства США в Молдове. Содержание программы не отражает мнение посольства США в Молдове или IREX. Семейная радость, счастливые лица, ведь нужно всего лишь любовью делиться. Подобно мелодии звучит детский смех. Семья — это ценный подарок для всех. Любовь процветает кругом по земле и в наших сердцах. Семья — это самое главное, что есть у каждого. Приветствую вас, друзья! Одни ищут ее всю жизнь, другие находят без труда, но также легко теряют. О любви и счастье поговорим сегодня с талантливой, известной и очень успешной молодой парой. Она его муза, он ее вдохновение. Но завоевать ее было непросто, даже после 13 лет отношений. Он продолжает за ней ухаживать. Сегодня мы узнаем у Юлианы и Паши Парфени, как началась их любовь, из-за чего они обычно ссорятся и кто уступает первым. Юлиан, Паша, привет. Я, Сережа, знаете, с чего хочу начать наш разговор? Что в этом году у вас, вот мы до того, как начали съемку, да, мы поговорили с Юлианой, у вас была незабываемая поездка далеко от Кишинева на Шри-Ланку. Расскажите об этих впечатлениях, потому что туда и долгая дорога, и по дороге у вас отменили один рейс, но в итоге Юлиана сказала, что это была реально незабываемая просто поездка. Вот что вам запомнилось и почему это так ярко? Шри-Ланка в этом случае, она выгодно выделяется, что там буддизм, там, соответственно, не только буддизм, там есть еще и хинду. Mm-hmm. То есть это абсолютно другая религия, абсолютно другие механизмы, которые работающие в обществе. Шри-Ланка — это для искателей приключений, это для путешественников, потому что там все новое. То есть вы, Паша и Юлиана, искатели приключений? Мы точно, да. Да? Да, мы не пляжники. Можно ли назвать вашу встречу и ваше знакомство тоже какой-то поиск приключений? И в этом поиске приключений Юлиана нашла Пашу, а Паша нашел Юлиану. Ну, точно. Ну, это точно была не экскурсия, да. Без гида. Без гида, без музея, да. Вот. А мы, к слову, иногда как-то прикалывались на эту тему и думали, чем отличается турист от путешественника, знаешь? Чем? Ну, турист, по большому счету, он стоит в очереди. Есть туристы и есть, как ты сказал, путешественники, да? Да? Вот в ваших отношениях вы были оба путешественники, что либо были, один был смысле, туристом, были. Другой путешественником, то есть один стоял в очереди и Но мы ждал. Не были, они еще это непонятно. Это они... Я тебе объясню. Вот давай. Очень просто, с моей точки зрения. С моей точки зрения. Потом мы услышим Пашу. Меня Паша покорил именно вот этой своей жаждой поиска приключений, потому что он, ну, вообще не скучный персонаж. Ну, это видно, я вообще не собиралась завязывать никакие отношения в тот момент, когда я встретила Пашу. Но просто вот он меня зацепил тем, что с ним каждый день происходило что-то новое. Он предлагал какие-то сценарии, о которых я даже не думала. И это... Рабочие сценарии или жизненные сценарии? Жизненные. Ага. Там свидание было не банальное. Это не было... Давай-ка выйдем вечерком в ресторан. Так. Ну, одно из тех свиданий, которые я запомнила точно, это было, что он мне звонит, говорит: «Юлиана, так ты же у нас художница». Я говорю: «Ну, отчасти, да». «Слушай, так у меня же конкурс, я участвую в конкурсе, и мне нужно выглядеть как Фредди Меркьюри. Сделай мне грим». Как будто бы это ровно одно и то же самое. Говорю: «Окей, я никогда это не делала, тем более мужской грим, но давай попробуем». И искали краски, чтобы... И тем более я сэкономил на гриме. Я же сейчас уже вхожа во все бэкстейджи, как к себе домой. А раньше такого не было. И для меня это был новый мир. Вот мир шоу-бизнеса, бэкстейдж, конкурсный, фестивальный этот мир. Для меня это было что-то вау. Да, а еще Юлиана была фотограф. И она практиковала фотографию. Другая у нас была свидание в Одессе, потому что мне в составе Sunstroke Project нужна была фотосессия. Это была первая фотосессия Sunstroke Project. Uh-huh.
Вот, и очень удачно, кстати. И Паша в своем стиле. Юлиана, так ты же фотограф, говорю, ну, умею снимать. Слушай, так мы же едем в Одессу. Поехали, сделаешь нам крутые фоточки. Подожди, я сейчас, то есть, если Юлиане было на тот момент интересно с тобой, то ты просто юзал. Так... Удобно. Ребята. То есть появилась прекрасная, красивая девушка я рядом, которая талантлива. Я это вообще не скрываю. Тактично. Безотказно. Вот это... Ну, я бы здесь так... Да? Ты знаешь, я так была рада, что человек тянется ко мне не просто за ноги длинные там или еще за что-то, потому что таких вот, ну, много, и все примерно одинаковые. Все с длинными ногами, да? Нет, я имею в виду парней, вот таких кандидатов много, которые вот примерно с тем же запросом вокруг тебя танцуют. А тут Паша нет, он во мне видел что-то другое, помимо моей внешности. Меня это очень покорило, прям сразу. А кто первый понял, что он, ну, вот влюбился? Ну, я, наверное. Да? А как это произошло? Вот как я ты за себя понял? Отвечаю, ну, Паша, раньше раскрывал. Слушай, ты человек яркий, да? У тебя много поклонниц. Юлиана об этом знала и знает, что поклонниц у тебя огромное количество. Но ты выбрал именно эту девушку, да? Ты выбрал именно эту душу, ты выбрал именно этот характер, эти достоинства и недостатки, потому что человека мы принимаем таким, какой он есть, если мы хотим с этим человеком провести остаток своей жизни. Вот как ты понял, да, ты человек, который в искусстве, ты чувствуешь другими молекулами, да, у тебя, ну, обострены, мне кажется, немножечко твои, как это называется, рецепторы. Вот ты говоришь так красиво, высокопарно, или она тоже тебе... Отвечает не высокопарно, за ноги, Паш. Я полюбила ее не за ноги, вот, не вот за грудь, не за золотую косу. Просто именно за это, на самом деле. Первое впечатление, которое Лиана у меня произвела, она произвела меня как женщина, как очень красивая сексуальная женщина. Это первое впечатление. Что бы люди ни говорили, мужчины, что мы ценим ум и так далее. Да, это ценим. Но первое впечатление, как ни крути, человек производит... Ну, своим презенсом. Да, все-таки он... дедушка Фрейд прав. Это тот самый случай, да. И уже потом это все оказалось приятным бонусом, что помогло нам построить долгосрочные отношения, которые... Вот. И я никогда не скрываю, что Юлиан... Но многие говорят, так ты же используешь ее. Да! Да, я ее использую, она пишет мне слова для всех песен. Представляешь, какой... Бинго, да? Какой... Циничное использование. Я бы не сказал, что это циничное использование. Это просто точное попадание плюса и минуса. Ой, да? Я то тебе скажу, мы это подходим вообще... друг к другу. Это формула win-win. То есть я не знала, что я умею писать слова. Вот Паша решил попробовать, говорит, Юлиана, напиши ко мне слова. Ты раскрыл в ней этот талант. Да, напиши ко мне слова. Я говорю, да я не умею писать слова. А, ну как не умеешь? А ты пробовала? Нет. Ты же умеешь. Напиши, попробуй. Написала, получилось. Более того, мне еще со временем это начало даже нравиться. Наверное, не только у нас различные перепалки есть в смс-ках. Да, мы иногда выясняем отношения. По смс-кам? Ну, месседж, да, мы... Вайбер? Мы общаемся, общаемся. Иногда бывает, что выясняем отношения, в том числе в письменной форме. Это, наверное, не только мы такие, а особенно в начале отношений. И мне стало понятно, что Юлиана пишет слова по той причине, как она мне отвечала вообще, потому что, ну, ставить меня на место в письменной форме, это было до сих пор для меня... Стихотворно еще. Не стихотворно, но в скажем, в полухудожественной, в очень основательной. Это была для меня новость, что кто-то может ставить меня... Поставить тебя на место. Поставить меня на место, ну, в угол хотя бы. Ну. Там мое место просто. Постой, подумай о своем поведении. Вернешься, объяснишься. Из-за чего вы ругаетесь? Мы? Да. Или вы сейчас уже не ругаетесь? Ты что? Нет, ну мы не прям ругаемся. Выясняем отношения. Потому что есть какие-то моменты, которые нужно... Ну, смотри, вот словосочетание, да, выясняем отношения, оно какое-то вот такое, вот выясняем отношения. Я сразу представляю себе, вот сидят два человека на диване, да, и вот прям выясняют отношения. Вот такое, знаешь, вот если бы это было сейчас, у нас интервью, в котором мы бы о чем-то спорили. Ну, мы так ну, и вы прям есть, выясняете мы так отношения. И спорим. У нас часто был повод для, ну, скажем, ссоры или недопонимания.
была творческая тема. Uh-huh. Что я что-то писала, там, помогала ему не только по словам, а и по СММ, и еще что-то. И Паша говорит, да мне не нравится эта мысль. Мы как-то раз поссорились из-за того, что я на румынском написала текст, использовала одно слово, которое, в принципе, в ходу, но Паша его не знал. И из-за того, что он не знал слова, он его забраковал и менял мне весь смысл песни. И вот мы эта ругались. Эта песня в итоге вышла? Уже не помню. Какая песня, это но я помню случай. Этот. Да, угу. Это было. Сейчас вроде бы мы немножечко соскочили с этой темы, начали доверять друг другу в плане творчества. Я начала более спокойно принимать его пожелания по музыке, говорит, вот, допустим, хочу здесь какие-то повторы, либо хочу здесь тянущиеся ноты или еще что-то, а он как-то больше мне стал доверять по смыслу или лучше начал учить, понимать румынский, и уже легче. Я бы еще добавил здесь, что не надо бояться выяснять отношения. То есть, если есть какой-то вопрос, его нужно на самом деле... А, я бы хотела поменьше, на самом деле. Нет, то есть, понятно. Поэффективнее. Дело в том, что когда какой-то вопрос существует, то это нормально, что его обсуждали. Изменилось ли что-то после свадьбы? Мы поженились после 8 лет встречания. И у нас 8 лет встречания? Да. Как-то вот не торопились, не было такой яркой необходимости жениться. Я никогда не была той девушкой, которая, о, хочу быстрее замуж, быть невестой, потом пару деток и все такое. У меня какие-то другие были амбиции. Паша, наверное, тоже, ого, какой грозный взгляд. Паша напрягся, но я сейчас тоже вот в голове прокручиваю информацию. 8 лет, да, вы встречались до свадьбы. И я понимаю, я помню, как вы начали встречаться. Я действительно помню этот момент. И я сейчас понимаю, что, боже мой, это так давно было. Это 2009 год. Да, именно. 14 лет назад. 14 лет назад. То есть вы 14 лет вместе. Ну, да. С половиной. Поэтому для нас свадьба – это… Ну, я не могу сказать, что это такой фактор, который что-то сильно поменял. Как я люблю говорить, что вот из-за свадьбы мы, мне кажется, что начали ссориться чуть-чуть меньше, потому что если до свадьбы там любая ссора, она могла привести теоретически к расставанию, да, то есть ты не знал, до какого апогея она дойдет, то после свадьбы ты такой сидишь и думаешь, вот эта причина стоит того развода. Стоит того или нет, или проехали. И вот чаще всего это проехали. Не то, что чаще всего, 100%. Всегда. Да, всегда. Проехали, не стоит же того. Перейдем к короткому блицу. И вот первый вопрос, пусть он вытечет из названия песни. Да? Солнце или луна? Каждый отвечает быстро свой выбор. Солнце. 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 Кофе или чай? Кофе. Далеко или близко? Далеко. Близко. Дом или гости? Ну, да. Гости, наверное. Музыка или стихи? Музыка. Стихи, конечно. В чем еще вы считаете, что вы очень похожи? Большой плюс, что нам интересно друг с другом. Вот мы часто куда-нибудь едем. На протяжении 14 лет. Да. И едем куда-то, и в принципе никакой не секрет, мы прямо так достаточно честно друг с другом и говорим, что если нам перестанет друг с другом быть интересно, то вполне возможно эти отношения закончатся. Потому что это основа всего. Интерес, жизнь. Но ведь это значит, что это постоянная работа над собой. Ради любимого человека. Ну, не только ради любимого, я ради бы не себя. Сказала, что нет? Ощущаю вот такой акцент на этом аспекте. Но... Это не то, что ответственность. Я просто говорю, нам интересна констатация факта друг с другом. Вы сказали, что вы очень много времени проводите вместе, не устаете от этого, но даете ли вы друг другу свободу? И что это за свобода? То есть, например, там, Юлиана может отправиться с своими подружками куда-то, да? Или у Паши там сегодня банный день с его друзьями. Абсолютно, да. Я считаю, что это очень важно, предоставлять человеку свободу. Я не могу себе представить, что у меня не будет возможности видеться с моими друзьями либо по прихоти моего мужа приходить домой, если я еще хочу пообщаться, либо хочу потанцевать, и чтобы он мне звонил и говорит, давай,
давай уже время, будь тут, потому что мне это кажется абсолютно ненормальным, я же не на привязи. И поэтому я тоже самое не представляю себе, чтобы я говорила Паше, типа, все, я тебе запрещаю идти. То есть, что за парни? С какими парнями ты идешь? Да это не совсем работает. Это вообще ужасно. Во-первых, делать человека несчастным. Это стабильно. У нас много примеров, когда я с друзьями уезжал куда-то, и в Одессу, и в Нидерланды. Юлиана с подружками тоже в Одессу, в Милан. Ну, в таком духе, то есть, пожалуйста. Да, то есть это классно. Она с подружками в Италию, я с ребятами еще куда-нибудь. В это же время, да. Какой для вас идеальный праздник? Это рождественские праздники, Рождество. Это точно. Вот мы устраиваем застолье и зовем вот большую семью к нам домой. Это мы прям получаем удовольствие, потому что в новогоднюю ночь обычно Паша работает, и мы лишены вот этого классического застолья новогоднего с родными. И мы делаем за несколько дней до этого. И мне это прям нравится, да. Да, согласен. Этот праздник, вот это Рождество, учитывая, что вы оба, ну, на мой взгляд, вы эстеты. Да, то есть это красивые тарелки, то есть вы готовитесь к этому, да, застолью. Да. То есть это не просто накидали оливье, ну, оливье по-любому наверняка есть. Нет. Нету? Вы не кушаете такое? Кушаем, но не готовим. Просто не готовим, да, готовим что-то другое, что побыстрее делается. Ну, то есть вот этот стол, это у вас тоже определенный ритуал. Ну, мы стараемся наших удивить, моих родных, Юлианных родных, удивить чем-то новым каждый год, каким-то новым блюдом. И традиционно составляем, в принципе, им и другим, кто приглашает. А у нас все-таки какие-то там ноу-хау мы стараемся. Вот это мы подсмотрели там, давай приготовим это, давай купим это, где-то купить, давай купим устрицы. Наша бабушка, допустим, моя бабушка с Сергеева, она попробовала. Она и устрицы пробовала у нас. Она в Египте была с нами. 80. То есть она, да, мы стараемся удивлять постоянно. Бабушка из Сергеева, часто ли вы посещаете бабушку? То есть вот этот вот родной дом, корни, тянут ли они? Регулярно, да. Ну, знаешь, часто или не часто, это такой вопрос, каждый находит себе. Для каждого часто это? Да, она немножечко разная. Мне, допустим, я считаю, что можно было бы почаще. Да, конечно, да. Когда вы едете по Молдове, что вы чувствуете? Ой, кайф, прям вот ямы, очень, да? Нравится. Ямы и кайф. Фалдеем от пейзажей, и мы это проговариваем. Мы, о, смотри, какой киношный свет. А, смотри, какой здесь классный туман. Да, да, очень красивая Молдова. Закрадываются мысли, что в Европе или в более развитых странах, конечно, люди бы стали это эксплуатировать, эту природную красоту. Это не обязательно означает, что все засеют полями или посадят виноградники и будут брать из этой земли максимум. Но люди будут эксплуатировать и красивую картинку, построив где-то что-то какое-то. Маркетализировать и монетизировать. Ну, как-то да, потому что мы эту красоту смотрим, видим в пути только. А хотелось бы и засесть немножечко, посидеть там справа-слева, понаслаждаться. Кстати, вот на Евровидении, да, на главном конкурсе песенном, где встречается гигантское количество людей из стран Европы, вот этот вопрос о Молдова, where is Moldova, он уже пропал? Или он все еще присутствует? На Евровидении все знают. Уже знают? Ну, то есть уже не путают с Мальдивами, то есть вот эта шутка, этот анекдот уже ушел, наверное. Нет, на Шри-Ланке путают. На Шри-Ланке, да, но на Евровидении нет. На Евровидении не путают. В Штатах могут перепутать. Может быть, спрашивали в Европе о том, расскажи что-нибудь о Молдове. Вот что ты рассказывал или рассказал бы? Ну, у нас очень зеленая страна, да, с хорошими людьми. У нас зеленая страна с хорошими людьми. У нас 4 времени года. У нас можно увидеть и золотую осень, и снег, в принципе. В последнее время пореже. Ну, можно. Для многих южноевропейских стран у нас можно дышать неплохо летом. И мне нравится приводить пример, что у нас на 2,5 миллиона людей у нас 125 только официальных видных домов. Угу. Вот. А самые большие из них имеют галереи 250 километров подземные. Ведь некоторые из наших коллег уехали жить за границу. Ты знаешь, о ком я говорю? И живут там далеко, в Соединенных Штатах Америки. Да? И живут там уже давно, они обосновались, они поехали, попробовали, вернулись, поняли, что нужно вернуться туда, и уже много лет они живут там. У вас не было такой мысли в голове? После того, как я увидела вот
большой такой яркий, разнообразный букет историй. Кто переехал, почему переехал, как он себя чувствует здесь социально и финансово, что он себе позволяет, насколько часто позволяет приезжать домой. И вот анализировав это все, я поняла, что ну я вот вообще так не хочу. Вначале было, была эта амбиция, что ой, как, а все мои друзья переехали, круто им, круто, я тоже, наверное, хочу. И потом я вижу, как они скучают по дому. Они там классную жизнь живут, но они скучают и по дому. И я не скажу, что переезд обеспечил бы мне какой-то отсутствующий элемент. Дополнительного счастья. Да, имея в виду, что мы путешествуем достаточно часто, то мне прямо очень комфортно в Молдове, и у нас есть огромные преимущества, я называю это даже роскошью, то, что мы живем в одной, я в одном городе даже со своими родителями, и это прямо очень круто, я себе не представляю, как это видеть их раз в год, а то и не каждый год. Если я правильно вас понимаю, то есть секрет хорошей жизни в Молдове. Здесь жить можно, на мой взгляд, здесь жить можно хорошо, здесь жить можно очень хорошо, но для этого нужно, много работать, и позволять себе хотя бы иногда, может быть, там, раз в сезон, выезжать за границу и общаться с людьми, не похожими на нас. Да, и еще один фактор. Здесь, в Молдове, окружить себя классными людьми. За 14 с половиной, как Паша подчеркнул, лет вместе. Юлианы друзья стали друзьями Паши, Пашины друзья стали друзьями Юлианы. И у нас уже все новое. И у вас один вот общий этот круг. Да, друзья-семья. У нас есть много общих друзей. У меня есть девчонки, с которыми я чаще вижусь, нежели мы вот парами все вместе. И у Паши свои тоже парни, с которыми чаще видимся. Ну, этот костяк уже застолбенел. Да. Не, ну он такой. Или кто-то может проникнуть и вдруг стать другом семьи Парфени и Скутару. Да, у нас более очень того, много к сожалению, новых друзей. Многих потеряли, то есть многие вышли из нашего круга. Но это не к сожалению, это нормально. Да, не, может, они даже не сами вышли или... По-разному. Вот все очень разное, да. Все очень по-разному. Это, по большому есть счету, жизнь, да. Все это живое, оно все двигается. Все-таки вернемся к вам. Ваша любовь, это ведь тоже живой организм. Да. Вот как сейчас эта любовь живет? Ну, мне кажется, что очень круто. Вот что сейчас лучше, чем в другие времена. Мне почему-то тоже кажется, что мы стали лучше, и, соответственно, и наша любовь стала лучше. То есть мы... Хотелось бы верить в то, что мы... Хотелось бы верить или веришь? Ну, я верю, но я всегда оставляю долю сомнения того, что... Ну, хорошо, давай. Давай на сегодняшний день. Да, давай. Ну, давай на сегодняшний день, да? Вот чем жива, чем дышит ваша любовь? Да, ну давай поменяем акцент. А вот если ты думаешь, ты сейчас счастлив или через 5 лет будешь более счастлив? Тоже непонятно. Непонятно. Вот, абсолютно. Так что вот я не хотел бы сравнивать и с прошлым точно так же. То есть, ну, мы были счастливы, мы есть счастливы, я не знаю, когда было лучше. Сейчас как будто... Сложно сказать, что сейчас лучше, чем когда. Мы вон в Величевске, когда с Юлианой начали встречаться, прекрасно отдыхали. Да, я не скажу, что мы не были счастливы. На 5-м этаже какой-то однокомнатной квартиры в Хрущевке. Мы неплохо отдохнули первый раз. Да, когда я сдавала экзамены в универе, и Паша приходил меня, поддерживал, тоже пытался там что-то рисовать, пока я делаю свои рисунки, он дай мне бумагу, я тоже порисую, чтобы не скучно было. Все было прекрасно, и тогда мы были счастливы. Даже без ресурсов, без каких-то особых. Ну сейчас как будто бы немножечко более понятна схема работы. Как будто бы получили, прочитали немножечко побольше из инструкции, да, вот к этой вот любви, к этому организму. Я уверена, что дальше мы обнаружим еще какие-то секретики и формулы, как быть еще более счастливыми. Но сейчас я более уверенно себя чувствую в этом плане. Да, соглашусь с Еленой с этой формулировкой. Чтобы каждый из вас, глядя друг другу в глаза, за что бы каждый из вас друг другу сказал спасибо. Вот Юлиана Паше, да, и затем Паша Юлиане. Вот, Паша, я говорю тебе спасибо за... Паш, так здесь легко. Я тебе говорю спасибо за эту такую классную жизнь совместную, за все приключения. Вот. За то, как мы с тобой живем. Ну, это абсолютно... Что ты вообще не скучный. Спасибо тебе за это. Я обожаю тебя за это. Ну, понятно, что ты абсолютно не скучный человек. За это тебе спасибо. Но если быть более конкретным, последнее, то, что ты
безумно талантлива и проявляешь свои таланты в многих сферах. И в том числе в создании чего-то нового. Я говорю сейчас и о песнях, и о проектах, которые ты делаешь, о проектах, которые мы вместе делаем, и так далее, о клипах, и так далее. Вот это интересно создавать, это прикольно. Из этого своего сердца. Пожалуйста, обращайся. Есть ли у Юлианы любимая песня из репертуара Паши Парфений? Нету. «Хай на Еве». Это так любимая это? Песня? Не знаю. Мне очень нравится. Можно, да, одна можно из для нас и для Юлианы, ну, маленький хотя бы. Ну, если бы ты пришел к нам в гости немножечко попозже, возможно. А так эта песня, понимаешь, должна быть распетым. Я попробую. Давай. Каутато принтре привир, карену мало сотни миг де кыпе замыдир. Амин водато кутра дафир, я мия трансформат петоц он дуча ментир. Мям десенато пе портатив, ща мы черкадин раз путер сену пар афи наив. Фуджин де анност, пробабел ан фост, ум пикам директ, дар алукат перфект, плутеште ли. Prin stofe, ultramarin, vreau s-o ating. Când poartă roșu venin, în alb cândva, îmi va jura că-i a mea. Dar o ador cu haina Evi pe ea. Часто ли такое происходит, что Паша поет песни только для тебя? Крайне редко. Я думаю, что каждый раз, когда он выходит петь на сцену, он поет для тебя в первую очередь. Ну, я так думаю. Мне хочется в это верить. А теперь благодарите, Паша. Вы за что-то хотели меня поблагодарить, да? Да, даже за то, что ты верил в нашу пару 14 лет назад, и говоришь, я верил в вас. За инициативу прийти к нам. И удачи, удачи вам, и еще раз удачи, Паша. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя наша встреча с Пашей Парфини и его супругой Юлианой Скутару. Подписывайтесь на нас в социальных сетях Facebook и Instagram. И помните, что семья – это самая большая ценность, которая у вас есть. Семейная радость, счастливые лица, ведь нужно всего лишь любовью делиться. Подобно мелодии звучит детский смех. Семья – это ценный подарок для всех. Любовь процветает кругом по земле и в наших сердцах. Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. Программа реализована при поддержке IREX и посольства США в Молдове. Содержание программы не отражает мнение посольства США в Молдове или IREX.